Стихотворение Корнея Чуковского ленинградским детям. Промчатся над вами года за годами, и станете вы старичками. Теперь белобрысые вы молодые, а будете лысые вы и седые. И даже у маленькой Татки когда-нибудь будут внучатки. И Татка наденет большие очки и будет вязать своим внукам перчатки. И даже двухлетнему Пете будет когда-нибудь 70 лет. И все дети на свете будут называть его дед. И до пояса будет тогда седая его борода. Так вот, когда вы станете старичками с такими большими очками, и что произьмет свои старые кости, пойдете куда-нибудь в гости, ну, скажем, возьмете внучонка Никольку и поведете на елку. Или тогда же в 2024 году на лавочку сядете в летнем саду. Или в летнем саду, а в каком-нибудь маленьком скверике, в Новой Зеландии или в Америке. Всюду, куда бы ни заехали вы, всюду, везде одинаково. Жители Праги, Гаги, Парижа, Чикаго и Кракова на вас молчаливо укажут и тихо почтительно скажут. Он был в Ленинграде во время осады. В те годы, вы знаете, в годы блокады, и снимут пред вами шляпы.